Доброго дня, вы смотрите программу «О животных. Хочу домой» на телеканале «Самара Гис». Это наш последний эфир уходящего года, и мы подводим его итоги по нашей тематике, а также в преддверии больших праздников дадим полезные советы. Сразу расскажу, что сегодня увидите. Как обычно, в рубрике «Возьми собаку из приюта» и «Кошке тоже нужен дом» видеовизитки. Спасите двух собак и одну кошку. Им нужен свой дом и свой владелец. Посмотрите, может кто-нибудь вам понравится, и вы возьмете животное себе домой. Далее мы подготовили сюжет по новогодней тематике. Это зимний сезон собачьей одежды. И, конечно, беседа в студии с гостями, и представляю их. Наталья Корбова, главный врач одной из ведущих ветеринарных клиник, кандидат ветеринарных наук и руководитель подрядной организации по отлову животных и директор приюта для собак «Хати» Елена Борисенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, конечно, хочу поздравить вас с наступающими праздниками. Спасибо. И чтобы все было хорошо, чтобы все было стабильно, хорошо. Ну и самое главное, конечно, здоровье. Вот. Итак, у меня первый вопрос, Елена, наверное, к вам. Как прошел год, что удалось в этом году осуществить в вашей большой объемной работе? Да, в нашей большой объемной работе в этом году все более стабильно было, в более спокойном режиме. Наша программа ОСВВ уже, получается, 4 года осуществляется. Ну и в силу этого работа становится проще, легче с людьми, контакты с волонтерами, с жителями. Очень все было позитивно. Простерилизовано было более 4500 собак. Ну и кошек мы как бы особо и не считаем. То есть не могу сказать сколько, но тоже достаточно много. Много животных было пристроено, много животных от ОСВВ нашли новых владельцев. Это счастливая история, фото привет, и все это очень позитивно у нас в этом году было. Я так понимаю, что 4500 собак было простерилизовано, и, наверное, такое же количество собак вы поймали. Или, отловили с улиц городов? Это примерное количество, которое прошло официально по нашим контрактам. Дополнительно то, что у нас стерилизуется от кураторов, льготная стерилизация проводится. Выездная стерилизация проводилась несколько раз в этом году. Это уже, ну, мы эту статистику, я вот лично не веду, это нужно все это собирать. То есть цифры такие достаточно внушительные, учитывая, что программа работает на остановление размножения, да, то есть производство этих бездомных собак мы останавливаем. И наши районы, ну, отдача такая очень положительная от жителей, что они благодарят нас, что мы вот эту работу проводим, видят уже эффект. Много людей не верило в эффект программы, а сейчас результат налицо. Очень много звонков, и часто меня спрашивают по поводу того, как вы все-таки оцениваете состояние собаки по типу злая или не злая, и выпускаете ли вы таких собак все-таки? Вы знаете, очень часто бывает, что собаку обвиняют в том, что она агрессивная, ну, какие-то жители, да, ну, бывают фобии, то есть люди просто боятся собак, и поэтому они их как-то сами провоцируют, руками машут, там, их привлекают к себе внимание, и собаки уже, понимая, что человек ведет себя неадекватно, тоже проявляют какую-то непонятную, не то что агрессию, а какие-то охранные, защитные качества. А есть действительно собачки, которые проявляют немотивированную агрессию. Ну, это, как правило, собаки, которые бывшие домашние, какого-то алабая неправильно воспитали, какая-то по породе, допустим, агрессия вообще, ну, непонятная психически, откуда она взялась. Таких мы, конечно, не выпускаем. Они остаются в приюте, и, как правило, их никто не забирает. А вы имеете право сейчас их усыплять? Нет. Морального не имеем. Ну, как бы идет разговор о том, что многим регионам как бы разрешили принимать решения по поводу собак агрессивных. Знаете, юридически... Потому что такое количество собак, которые все-таки сейчас к вам привозят, невозможно всех злых собак оставить на территории приюта. Это надо тогда приюта расширять и расширять. Ну, знаете, во-первых, собак не так много с немотивированной агрессией, их достаточно мало. То есть это вполне возможно содержать этих собак. Для государства это, ну, не будет значительным каким-то отдельно бюджетом существенным. А по юридическим вопросам, да, имеет ли право субъект Российской Федерации в противовес федеральному закону принимать какие-то подзаконные акты, ну,
Это нужно с юристами. По факту, насколько я разбираюсь, нет. Поэтому сейчас в Бурятии вот этот вопрос обсуждается активно. Пока оспорят вот этот закон, который принят в противоречие федеральному закону, а с этими собаками неизвестно, что произойдет. То есть там уже собак массово могут уничтожить, да? Такое тоже возможно, пока это все юридически будет разбирательство. А при таком количестве собак, которые вы привозите ежедневно на территорию вашего приюта, насколько вам удается избежать какой-то вот такой массовой инфекции? Со щенками, конечно, периодически какие-то проблемы, но в любом случае выживаемость у нас практически 99%. Угу. Даже среди щенков за счет профилактики, вакцинации и прочим, дезинфекции. Карантинными мероприятиями. Наталья, вы как ветеринарный врач одной из клиник в Самаре, можете как-то сказать или провести какую-то аналогию или статистику по поводу инфекционных заболеваний? Да. По инфекционным заболеваниям можно сказать уверенно, что у них есть своя сезонность. Если же мы говорим о весне, период лета и ранняя осень, это, конечно же, кровепаразитарные инфекции. Это пироплазмоз, это так называемые медленные или длинные клещевые инфекции. Если же мы говорим в целом в течение года, то, конечно, наверное, лидером является парвовирусный гастроэнтерит. Более того, я непосредственно уточняла это перед телеэфиром в нашей лаборатории, то есть количество выявляемых позитивных случаев. И это респираторные вирусные инфекции. Это аденовирусная инфекция как его в народе говорят, еще питомниковый кашель, да? Можно сказать так, но на самом деле их достаточно много. Мы в этом году запустили свою ПЦР-лабораторию, и запустив ее, мы можем сказать, что, например, случаи выявляемости положительной по хламидии и по микоплазме резко выросла. То есть можно сказать, что по нашей клинике, наверное, плюс еще вот эти две инфекции у нас наиболее часто выявляются. А когда человек болеет гриппом, вот эти инфекции, они могут передаваться собаке? Или наоборот, считается, собака что заболела? Нет, у них есть свои группы вирусов, свои вирусы, свои бактерии. И вот прямой контакт такой считается, что нет. Все-таки да. Недопустимо. Да. Вопрос очень интересный. Сейчас вот во многих клиниках появились врачи по своему направлению. Узкая специализация. Да, узкая специализация. Для чего это? Нужно ли это? И раньше, допустим, лет 15-20 назад, один врач мог определить, что вот это лишай, вот это не лишай, потому что вот совсем недавно, прямо вот на днях, мне звонят люди и говорят, знаете, мы вот, наверное, полдня ждали врача, который мог посмотреть, является ли вот эта болячка лишаем или нет. Это очень неудобно, мне кажется. Я согласна с вами. Но вы знаете, вспоминая себя, 20 лет назад я была терапевтом общей практики, и тогда мне казалось, что я могу лечить любую болезнь. Я действительно могла взять на прием и кожного пациента, расписать ему лечение, и пациента с желудочно-кишечными и респираторными инфекциями, и даже неврологию тогда каким-то образом я лечила, и тогда мне казалось, что все в целом успешно. Но стоит сказать, что каково качество было этого лечения, ведь тогда, вернее, так скажем, скольким животным правильно выставлялся диагноз и какая была выживаемость. Ведь тогда, в то время, не то чтобы КТ или МРТ нормального рентгена цифрового и УЗИ, в общем-то, не было. И пациенты тогда, например, с теми же опухолями головного мозга или там с грыжами какими-то, они просто не имели шансов выжить, потому что тогда не было ненормальной диагностики, и врачи в целом знали всего по чуть-чуть. Со временем стало понятно, что это неправильно. Если ты хочешь нормально заниматься лечением животного, нужно знать о какой-то специализации чуть больше, нежели просто поверхностно. И врачи стали действительно углубляться, стали понимать, что лучше мы хорошо будем знать какую-то одну область и очень качественно принимать таких пациентов, нежели мы будем знать все по чуть-чуть. Спасибо, спасибо большое. К сожалению, вынужден вас прерывать нашу беседу, чтобы посмотреть блок видеовизиток, поясню для тех, кто не знаком с ними. Это информация о собаках и кошках, которых пристраивают к новым владельцам. Посмотрите, может, кого-нибудь вы сможете забрать к себе домой и сделать питомца из приюта счастливым. После каждой информации в конце визитки есть номера телефона, по которому можно позвонить и узнать более детальную информацию.
Итак, смотрим. Обратите внимание на эту бедную собаку шоколадного цвета. Сделайте ей подарок, заберите ее из приюта. Она готова уйти прямо сейчас в добрые, хорошие руки и стать любящим другом и членом семьи. Ей только любящие руки, и она раскроется. Она раскроется, как вот бутончик раскроется в прекрасную розу. Вот так она. Из-за того, что ей времени, внимания не хватает, она и рабка, она и боязлива. Но стоит только поверить человеку, вы приобретете просто восторг от общения с этой собакой. Заберите шоколадку домой из приюта, обратите на нее внимание. Сделайте себе и ей подарок. Звоните по телефону 8 927 745 65 54. Белая, гладкая, пушистая, нашли ее чуть меньше года назад во дворе одного из домов в Самаре. Особо не убегала, легко подходила к людям и могла стать жертвой уличных собак. За волонтером удалось пристроить ее в приют. Ей нужен свой добрый хозяин и дом. Кошечка Белль, очень ласковая, добрая. Вот взяла на руки, все, можно ее обратно уже в переноску не ложить, потому что она с нее не слезет, привита, стерилизована. Вот, года по характеру. Очень ласковая, очень. То есть, ну вот, все, мурчит. Может быть, слышно, да, вот это сейчас микрофон, может быть, помурчит. Полностью здорова, привита, стерилизована, то есть к лотку приучена, неприхотливая, да, то есть вообще полностью к дому, к детям, пожалуйста, вот, все. Шикарной белой кошечке Белль нужен свой добрый, ответственный владелец. Заберите кошку домой и сделайте подарок в жизни себе и ей. Обращаться по телефону 8 917 019 18 27. Администратор Светлана. Мохнатая, бородатая стоит на двух лапах, делает зайку и очень хочет домой. Этой собаке ищут хорошего владельца. Характер у него был очень активный. Сейчас после года стал более спокойный. Знает, что такое поводок. Человека знает. Очень ласковый. Дружит очень хорошо с собаками и кошками, потому что вместе с ними вырос. И при этом знает меру, как себя вести. Обратите внимание на этого пса. Он как будто пришел из мультика. Он не лает и не кусается, и на прохожих не бросается. Обращаться по телефону 8 939 717 09 11. Итак, продолжаем разговор. У нас в студии Наталья Кормова, главный врач одной из ведущих ветеринарных клиник, кандидат ветеринарных наук и руководитель подрядной организации по отлову животных и директор приюта для собак Хатя Елена Борисенко. Что значит собачий невролог? Собачий невролог – это ветеринарный доктор, который занимается диагностикой и лечением заболеваний нервной системы головного, спинного мозга и периферической нервной системы. Тогда получается, у нас болезней у собак стало больше. Кстати, ведь сейчас же идут же споры уже последние лет 8-9 по поводу, опять же, применения сухих кормов. И мы очень много стали получать действительно заболевания опорно-двигательного аппарата. И именно и многие, в общем-то, и уже как бы доказывают о том, что действительно это последствия кормления сухими кормами. В целом, сообщество ветеринарных, мне кажется, нет. Просто, наверное, животных в целом стало больше у людей. Поголовье их растет. В целом увеличивается количество даже жителей Самары. Если мы говорим про сухой корм, то большинство ветеринарном сообществе врачей все-таки склонны рекомендовать именно кормление профессиональными кормами, это сухими кормами. В настоящее время сейчас существует большое количество диет, которые направлены именно на решение проблемы. Поэтому мы, наверное, все-таки за сухой корм. Задаю вопрос все-таки устами телезрителя, одного из телезрителей, который говорит, ну вы понимаете, что сухой, когда я с ним разговаривал, да, я
спрашивал его, ну почему вы против? Он говорит, вы понимаете, что сухой корм это в принципе ингредиенты, которые свалены в один большой котел, и которые просто высушены потом. Какие могут быть там полезные? Через экструзию. Да, но затем, когда корм проходит определенный этап экструзии, там же добавляются уже дополнительно необходимое количество витаминов, минералов, и он балансируется искусственно по определенному соотношению белков, жиров, углеводов, там того же кальция, белка, фосфора. И если мы говорим о том, как выращивать животное, молодое животное, то тем более однозначно сухой корм. Ведь часто так существует проблема так называемых мясоедов, и по кошкам, и по собакам приходят молодые животные с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата, которых просто неправильно кормили. А как же принцип генетики и принцип организма, что надо, он берет для себя сам, да, а что не надо, он, соответственно, Ну, если отводит. Мы говорим об уличной собаке, да, которая прекрасно себя чувствует, как нам кажется, и выросла там без нарушений, без деформации скелета, и ту же кошку, но они же не выедают вырезку, да, они съедают там определенное количество там внутренности, да, там сухожилий и так далее. То есть, а как со стола-то кормят? Это же вырезку дают определенную, содержащую высокое количество белка. И здесь в данном случае наступает уже дисбаланс. И скелет начинает недополучать определенное количество минеральных веществ для полноценного построения. Вы думаете, что организм не такое умное, как бы осознанная вот эта структура собаки или кошки, да, что она не способна лишний белок убрать из организма, нет? Нет, она может съесть, потому что... Провокационный вопрос, вкусно. Ладно, хорошо, можно не отвечать. Так, Елена, с какими болезнями вам приходится чаще всего встречаться при отлове животных? Вы знаете, я хочу обратить внимание, допустим, там пару лет назад иду по улице, значит, приехали отловщики, ну, может, даже больше. И, значит, видно, что собака прям вот еле-еле-еле ходит, она все сейчас уже вот прям пойдет от инфекции какой-то. Угу. Вот что в таких случаях делается? Ну, мы забираем в любом случае собак, если даже ей плохо, если она не встает, если даже бегу машина, и уже в приюте понимаем, да, сможем мы ей помочь или не сможем, в любом случае пытаемся помочь. Самое распространенное, это, конечно же, насекомые, которые практически на всех животных, которые поступают в приют. Вот, это тоже заболевание. Паразиты тоже, само собой, никто с ними не борется, с уличными собаками, это все очень сложно. И вирусные инфекции, больше в этом году, наверное, было аденовирусных инфекций, вот этот кашель, вот эти сопли. Вот, поэтому... То есть это бич в этом году был, особенно весной. Да, весной. И да, такие заболевания приходят. Пироплазмоз, конечно, раны гнойные в летний период, это все насекомые, те же мухи, начинают вкладывать личинки, то есть это все очень ужасно. Ну, и прям буквально прям полминуточки, я хочу сказать, да, действительно, если возвращаясь к теме сухих кормов, то, допустим, такое количество собак, которое, допустим, у Елены в приюте, то... Конечно, не наготовишь, не наваришь. Надо только сухими кормами, это понятно, и это ясно. Вот. Но есть еще один вопрос, который я задам после того, как мы посмотрим сюжет. Прервемся на несколько минут. И посмотрим счастливых собак и какая нынче одежда для них в моде и вообще для чего она нужна. Новый год, он к нам вновь опять идет. И по-нарядному, в преддверии огромного торжества, хотят выглядеть не только люди, но и братья наши меньшие, любимые собаки. Так и собрались недавно на свою тусовку четвероногие, хвостатые и мохнатые, разных пород от мала до велика, кто во что одет. И кого только здесь не увидели. Добермана в костюмчике и ушками, грозного американского сафарширского терьера в пятнистом комбинезоне со снежинками на голове, любопытный
элитного каникурса в красной попоне и оленями рожками. Прибыл на собачий карнавал маленький талисман наступающего года – таинственный зеленый дракон. По-настоящему новогодний костюмчик с мишурой примерил на себя цвергшнауцер. И, похоже, все это совсем не мешало перемещаться собакам по площадке и общаться друг с другом. Кстати, такой новогодний прикид весьма положительно действует на окружающих. Ну и как вот посторонние люди смотрят, когда собака в таком одеянии, таком новогоднем? Улыбаются. Смех и радость мы приносим людям. Всегда все идем, и все засматриваются на нас. В подъезде всегда умиляются, какая собака идет. Однако праздник пройдет, но многие владельцы костюмчики все же прятать не будут. Ведь зима еще впереди, и на этот период собачья одежда для многих становится спасением от сильных, да и даже не очень сильных морозов. В этом плане проще владельцам собак мохнатых пород, к примеру, черный терьер. Здесь своя каракулевая шуба спасет неплохо. Или померанскому шпицу, которому мороз минус 15 нипочем, свой пушистый мех согреет. Другое дело, гладкошерстный представителям собачьей фауны без шерсти сложновато. А если еще и в теле худоват, то без одежки даже в несильные морозы совсем зябко. Вот и приходится одевать на собаку комбинезоны. Так как собачка гладкошерстная, она очень мерзнет зимой, поэтому, естественно, от нуля уже приходится ее одевать. Насколько быстро собака привыкает к такому костюму? Наверное, зависит от собаки, потому что некоторые совершенно не любят ходить в одежде, и, в принципе, у хозяев не получается к ней приучить. Вот моя, например, совершенно спокойно с самого начала стала относиться. Но если одежда на собаку – вещь не для каждой собаки, то о башмачках или ботиночках стоит задуматься каждому владельцу, кто живет в пределах улиц, где дороги посыпают реагентами. Ну, в первую очередь, защита от реагентов, потому что очень капризные лапки, ну и от холода в том числе. А вот то, что собака все-таки мохнатая? У него нет подшерстка у этой породы, поэтому он мерзнет практически как лысые собаки, можно сказать. Поэтому нет, одежку мы обязательно начинаем осенью и до поздней весны. Мерзнет собака, трясется на улице. И то подушки нам тоже нужны, потому что лапки мерзнут, и реагенты подушечки лап расщепляют, и ранки появляются. А так мы можем дольше гулять. Меняются времена, как и условия содержания собак в городе, и уже никого не удивишь ботинками на лапах и одеждой на собаках. Может, это еще один штрих для хорошего позитивного настроения, тем более в преддверии праздника. Питание для собак, допустим, те, которые в питомнике находятся, раньше добавляли эти, вот эти каши, да, и те, которые находятся, допустим, в личном пользовании. Как вы относитесь к тому, что крупы давать? На самом деле сейчас появились злаковые. Уже ветеринарные диетологи, которые даже способны по конкретной собаке, с учетом всех ее хронических заболеваний, рассчитать индивидуальную диету. Берутся компоненты, да, там крупа есть, источники белка, и диетологи как-то там рассчитывают этот самый идеальный рацион, который позволяет животному прекрасно себя чувствовать с учетом всех потребностей его. Спасибо. Вот сейчас мы, кстати, посмотрели сюжет. Вот здесь у меня тоже вопрос. Смотрите, одеваем комбинезоны на собак в зимний период. Понятно, что тапочки, их полезно, конечно, их даже нужно одевать от реагентов. А вот все-таки мы нарушаем таким образом теплообмен? Смотря какая толщина вот, подкладки у этого костюма, мне кажется, какую-то универсальную, которую можно одеть в любую погоду, наверное, нет. Нужно иметь множество луков. Если уж собака одевается, если, например, у нее она краткошерстная, без подшерстка, или же у нее там высота ног, клиренс недостаточно высокий, чтобы она по грязи, да, не шла. Да. Вот, то есть, если действительно холодно, собачку можно чуть теплее одеть. Опять-таки смотреть, насколько интенсивно она бегает и играет, насколько она там подвижна в этот момент, чтобы она не потела, чтобы она часто не дышала. Здесь все, мне кажется, индивидуально нужно смотреть по погоде. Ну, то есть, да, я так понимаю, что когда собака в таком очень теплом комбинезоне, она чаще дышит, и вот этот холодный воздух, он просто... Ну, конечно, она может потеть, тем не менее, все-таки, и, наверное, не стоит, да. Всегда нужно смотреть именно по погоде и по тому, как она движется. Ну, и вопрос, Елена,
работа ловцов сейчас в преддверии праздников и в новогодние праздники? Не прерывается. Мы думали, что у нас будет пауза, но она не прерывается, потому что мы выезжаем по просьбам кураторов, мы выезжаем по агрессии. Ну, тоже такая, знаете, а-ля агрессия. То есть собачка проявляет охранные качества своей территории. То есть, в принципе, если бы люди адекватно это воспринимали, никаких бы таких вот активных жалоб не было. Ну, люди просто себя накручивают. С собаками немножечко неправильно реагируют на то, что собака бежит или лежит. Ну, то есть лежит, она тебя не трогает, ну, пройди мимо, не обращай на нее внимания. Нет, нужно обязательно ногами потопать, скинуть чем-нибудь, палкой замахнуться, лопатой. А самый главный вопрос сейчас, Наталья, к вам теперь. Это, наверное, касается все-таки ветеринарии. Тоже спрашивают часто, а возможно ли медикаментозное воздействие на собак со слабой нервной системой, которые особенно боятся салютов и петард? Мы сейчас говорим про шумовые фобии, правильно? Да, именно про шумовые фобии. Да, конечно, это медикаментозно прекрасно корректируется, причем в настоящий момент корректируется различными без способами. Без названия, естественно, понятные препараты. То есть разные способы. Это могут быть и таблеточки, это могут быть и порошки. Также существуют гели, которые наносятся на слизистую ротовой полости. В тяжелых случаях можно прибегать даже к инъекциям. То есть все возможно, безусловно. Это большая группа анксиолитических препаратов, это антидепрессантов, которые могут пережить качественно вот этот период. А насколько это вредно или не вредно собаке? Есть какие-то антидепрессанты, которые, скажем так, приглушают собаку, и она ходит, как говорится, как вот, под алкогольным опьянением? Нет, все абсолютно безопасно. Для этого рассчитываются дозы. Все они не вызывают никакой зависимости тяжелой. Один раз укол делается в день или каждый, или, допустим, там несколько раз в день надо делать укол, чтобы пойти погулять? Ну, если мы говорим об уколах, то да, они, как правило, короткого действия, это ежедневные инъекции, поэтому к ним прибегают только в самых тяжелых случаях. Угу. Как правило, конечно же, это гели, наносимые в рот, но если тяжело, опять-таки, подойти к собачке, именно если она сильно напугана, то, конечно, это таблетки и порошки, то есть пероральная... А гель что, она, собака живет и не отвлекается на питание? Она слизывает, и препарат очень хорошо проникает таким образом, вот быстро так начинает воздействовать. Ну и вопрос последний, что бы вы хотели пожелать тем владельцам собак, которые вот именно сейчас будут встречать Новый год со своими собаками, и собаки будут крутиться возле стола? Да. Ничего не давать, потому что стол новогодний, он для нас, и практически все, что находится на нем, не предназначается для собаки. А может приготовить пищу, поставить на стол, и вот эту пищу для собаки, да, специально, как вариант, да? И да, специально на Я собаке думаю, давать. Да, почему нет, но только специально. Коротко, ваши планы на следующий год? Остаетесь ли вы в числе подрядных организаций? Какие перспективы работы у вас? Ну, у нас планы оставаться подрядной организацией по нашим любимым районам, потому что мы уже там знаем всех собак, и они нас тоже, и, соответственно, работа все равно остается. Работа уже более тяжелая, потому что чем дальше программа осуществляется, тем тяжелее мониторить, находить вот этих собак агрессивных, нестерилизованных, и развивать волонтерство в приюте, то, что, чтобы вот как наши животные обретали дом, счастье и так далее. Спасибо. Ну что же, вынужден прерывать нашу беседу, потому что время бежит и наш эфир заканчивается. Спасибо большое, что нашли время в преддверии новогодней суеты заскочить к нам на эфир. Ну а я, в свою очередь, поздравляю вас с Новым годом. Самое главное – здоровье, чтобы следующий год был стабильно хорошим и, в общем-то, мирного неба над головой и здоровья вашим питомцам.